Расписание скорректируется с учетом туристического потока в летний сезон. Планируется, что до конца сентября количество вагонов в пригородных поездах увеличат до 10. По мнению Вениамина Кондратьева, у жителей и гостей Краснодарского края должен быть удобный альтернативный вариант, как добираться на Черноморское и Азовское побережье, минуя пробки на дорогах. В региональном Минтрансе заявили, такое решение поможет оптимизировать пассажиропоток.